Наша недельная глава называется «Бехукатай». Очень непростая глава. Она дает нам два варианта: или прекрасную награду, или страшное страдание. В общем, это вы должны выбрать сами. Начинаем главу «Бехукатай». «Если по установлениям моим будете вы поступать и заповеди мои соблюдать и исполнять их, то дам я вам дожди вовремя, и земля даст урожай свой. И деревья полевые дадут плод свой. И сходиться будет у вас молодьба со сбором винограда. А сбор винограда будет сходиться с севом». Значит, если мы будем поступать, заповеди исполнять, то не будет такого, что все сразу. Вот закончился у нас, допустим, сбор винограда и начался сев. У нас нет такого, что все вместе надо делать. Это имеется в виду. «И будете есть хлеб свой досыта, и будете жить спокойно в стране вашей. И установлю я мир в стране, и когда ляжете, никто не будет вас тревожить. Спать будем спокойно. И изведу хищных зверей из страны, и меч не пройдет по стране вашей. И будете вы преследовать врагов ваших, и падут они перед вами от меча. И пятеро из вас будут преследовать 100 человек. То есть 5 человек, которые выполняют заповеди, будут преследовать 100. А 100 из вас будут преследовать 10 000. И падут враги ваши перед вами от меча. То есть Раши, в священной памяти, он спрашивает, если 5 преследует 100 человек, то получается 100 должно преследовать 2000, в 20 раз больше. А преследовать 10 000, получается, что чем больше число праведников, людей, которые изучают Тору и выполняют ее, тем больше наша сила. Еще мы видим пример, по-моему, в главе Китово написано, что 2 врага наши будут преследовать нас, будет 10 000, будет 2, они нас будут преследовать, если мы будем так себя вести плохо. То есть тогда получается, что эта прогрессия может расти. То есть чем больше будет нас праведником, тем мы будем сильнее. Ну, Всевышний нам пишет, по-моему, в главе Пишалаха нам пишет, что вы стойте и молчите, ваш Бог сам сражается за вас сегодня. Стойте и молчите. То есть стойте и молчите означает учите Тору и молитесь. И война не ваша забота. Вот так. Это очень хороший вариант. Это лучше, чем драться на войне с мечами. Вот нам Всевышний разные варианты рассказал. «И обращусь я к вам, и расположу вас, и размножу вас, и укреплю союз мой с вами, и будете есть давно запасенное, и старое убирать будете ради нового». То есть у вас будет хороший урожай, запасов будет у вас вполне достаточно, вам не нужен срочный урожай. Но ради того, чтобы собрать новый урожай, придется убрать в другое место из амбаров старый урожай, заменить его новым. «И установлю обиталище мое среди вас, и не вознушается душа моя вами, и ходить буду среди вас, и буду вам всесильным, а вы будете моим народом. Я Бог всесильный ваш, который вывел страны египетской, чтобы быть вам у них рабами, чтобы не быть вам у них рабами, и сокрушу ярмо ваше, и повел вас с поднятой головой». Вот у нас прекрасный вариант вести себя достойно и жить прекрасной жизнью. «Но если не послушаете меня и не будете исполнять все заповеди эти, если по уставлениям моим пренебрегать, уставлениям моими пренебрегать будете, и если законами моими возвышается душа ваша, так что не будете вы исполнять всех моих заповедей, нарушая союз мой, то поступлю я с вами так. Пошлю на вас ужас, чахотку и горячку, томящие глаза и мучащие душу. И будете сеять напрасно семена ваши, и съедят их враги ваши. И обращу лицо мое к вам, и будете поражены врагами вашими, и будут властвовать над вами ненавистники ваши, и побежите, хотя никто не будет гнаться за вами». То есть, как дальше Всевышний пишет, вы будете бояться шелеста колеблющегося листа, хотя ничего вам не угрожает, вам будете бояться всего.
Но если и тогда не послушаетесь меня, то увеличу я наказание ваше в семеро против грехов ваших. И сломлю гордыню могущества вашего, и сделаю небо ваше, как железо, и землю вашу, как медь. То есть Раши пишет, что медь, она получается влажная, а железо как бы сухое, в общем, как-то так он разбирает. Но смысл в том, что овощи хранили в землю их. Закапывали, и там было сухо, засыпали сухой землей, и они сохраняли. Но Всевышний сделал так, что почва будет влажная, и все наши запасы овощей сгниют. Вот так. И попусту истощаться будет сила ваша, и не даст земля ваша урожая своего, и деревья земли не дадут плодов своих. Если пойдете вы наперекор мне и не захотите слушать меня, то поражу я вас всемеро против грехов ваших, и нашлю на вас зверей полевых, и они лишат вас детей, и истребят скот ваш, и убавят вас, и опустеют дороги ваши. Если и после этого не исправитесь у меня, и пойдете против меня, то пойду и я против вас, и поражу вас, и я всемеро против грехов ваших, и доведу на вас меч, висящий за нарушение союза, и будете собираться в города ваши, но наведу я на вас язву, и будете преданы в руки врага. Когда сокрушу у вас опору хлебную, то 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи, и возвращать будет хлеб ваш весом, и будете вы есть и не насытитесь. Равец как Зильбер, в последней памяти, он говорит, война, когда была, вот 3 дня не ел. Голод был такой, было тяжело, в общем, не было хлеба. И тут ему дали хлебы. Он говорит, я съел 2 буханки, еще остался голодным. То есть ел и не насыщался. То есть он такой пример привел. То есть бывает, человек ест, ему немножко достаточно, чтобы насытиться. Бывает, он ест и не может насытиться. Если и после этого не послушаете меня и пойдете против меня, то в ярости пойду я против вас и накажу вас 7 против грехов ваших. И будете есть плод сыновей ваших, и плод дочерей ваших, и будете есть. Этот ужас уже был. Единственное утешение, что это уже было. Когда Иерусалим был окружен, и не было еды, то матери в сумасшествии ели своих младенцев. То есть этот ужас уже прошел. И уничтожу я возвышения ваши, и разрушу солнечные кумирни ваши. Если это видно, храмы для идолопоклонства. И повергну трупы ваши на распавшихся идолов ваших, и вознушается душа моя вами. И превращу города ваши в пустыню, и опустошу святилища ваши, и обонять не стану благоухание жертв ваших. И опустошу я страну вашу, и изумятся и враги ваши, которые поселятся в ней. То есть жертвы не будут приняты Всевышним. Потому что мы уже настолько повязли в грехах своих, что у нас и наказание не смущает, что Всевышнему приходится уже пренебречь нами в такой степени, что даже жертвы наши не принимает. Все. А вас рассею между народами, и обнажу меч след вам, и будет страна ваша пуста, и города ваши будут руинами. И тогда возместит земля субботы свои во все дни запустения своего, когда будет земля и возместит себе субботы свои. То есть это тоже было. Значит, мы жили 70 лет в Вавилоне. После того, как Навахадницар разрушил храм наш, 70 лет мы жили в чужой стране в Вавилоне. Сейчас кто-то включил микрофон, а не выключает сейчас. Во все дни запустения свое будет напокоиться, сколько не покоилось субботние годы ваши, когда вы жили на ней. То есть за 430 лет, когда был первый храм, 410 лет и 20 лет, видно, до этого. В общем, 430 лет мы не соблюдали заповеди Шмиты и юбилейного года. И в сумме оказалось таких лет 70. Каждый 7-й год мы не должны были сеять и юбилейный год, получилось 70 лет. И поэтому 70 лет мы жили в Вавилоне, страдали там. А что до оставшихся из вас, то вселю в сердце их робость
в странах врагов ваших и будет преследовать их шелест колеблющегося листа, и побегут, как в бегстве от меча, и падут, хотя никто не будет гнаться, и споткнутся друг от друга, как от меча, хотя не преследует никто, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И погибнете среди народов, и пожрет вас страна врагов ваших. Оставшиеся из вас будут страдать за вину свою в странах врагов ваших, и за вину отцов их с ними они будут страдать. Тогда признаются они в провинности своей и в провинности отцов их, в измене их, когда изменили мне, и в том, что шли наперекор мне, и я пойду наперекор им, и уведу их в страну врагов их, тогда покорится непокорное сердце их, и да искупят они вину свою. То есть мы для того, чтобы искупить вину, должны сильно настрадаться, чего мне очень не хотелось. И вспомню я союз мой с Яковом, и союз мой с Исхаком, и союз мой с Авраамом, и страну вспомню, так как страна эта будет оставлена ими, и возместит свои субботние годы в запустении от них, и искупят они вину свою, что презирали законы мои, и установления моими гнушалась душа их. Но при всем этом, когда будут они в стране врагов своих, не станут они для мне отвратительны, и не вознушаюсь ими для того, чтобы истребить их, чтобы нарушить союз мой с ними, ибо я Бог всесильный их. И вспомню я для них союз с предками их, которых я вывел из страны египетской на глазах народов, чтобы быть им всесильным я Бог. Вот установления и законы, и наставление, которое установил Бог между собой и с нами Израиля на горе Синай через Моше. То есть то, что мы должны пройти, это наш выбор. Всевышний сказал, выбери жизнь, предлагаю тебе сегодня жизнь и добро и смерть и зло. Вот живите, как вы хотите, и тогда, может, вот так закончится, здесь написано этими страшными проклятиями. Или живите по Торе, и, как мы читаем в начале главы, живите хорошей жизнью, не будет у вас никаких страданий. То есть надо выбрать. Всевышний дает нам право выбора. На сегодняшний день мы пока выбрали самый тяжелый путь через страдания, через болезни, через все остальное. В общем, Всевышний ждет, чтобы мы раскаялись и приняли то, что написано в начале этой главы, получить благословение за наши хорошие дела. И говорил Бог, обращаясь к Моше так, говори сынам Израиля и скажи им, если кто-нибудь по обету посвящает какую-либо душу Богу по оценке, то при оценке мужчины в возрасте от 20 до 60 лет, оценка вот эта должна быть 50 шекелей серебряных, шекелей священных. То есть мы говорим о огромной сумме. Вот так. Хотим мы помолиться за человека, что ему это помогло, за какого-то родственника. Вот ему если от 20 до 60 лет надо уплатить 50 серебряных шекелей. Вот так. Отдать в храм вот 50 шекелей, потратить такую огромную сумму. Что это такое? Это далеко не 50 евро, не 50 рублей, не 50 фунтов стерлингов. Это огромные деньги. То есть стоимость раба Тора пишет 30 серебряных шекелей. Почти стоимость двух рабов. Это огромнейшая сумма. Вот, если хочешь помолиться, чтобы молитва дошла. А если это женщина, то оценка твоя должна быть 30 шекелей. А если оценивать человека в возрасте от 5 до 20 лет, то оценка твоя мужчине будет 20 шекелей, а женщине 10 шекелей. А если в возрасте от 1 месяца до 5 лет, то будет оценка мужчине 5 шекелей серебра, а женщине оценка твоя 3 серебряных шекеля. А если от 60 лет и старше, то оценка твоя мужчине должна быть 15 шекелей, а женщине 10 шекелей. Если же он слишком беден для такой оценки твоей, то пусть предстанет он перед коином и оценит его коин соразмерно с достоянием давшего обет, оценит его коин. То есть лучше не грешить, потому что если желаем, чтобы наши молитвы хорошо работали, то нам потратить вот такие огромные деньги, чтобы наши молитвы были услышаны. Всевышний нас вообще это не просит. Он просит нас действительно хорошо и не сталкиваться с такими вариантами. А если это скот, из которого приносят жертву Богу, то все, что человек отдаст из этого скота Богу, должно быть свято. Нельзя ему выменивать его
и заменять его хорошее плохим и плохое хорошим. А если станет заменять скотину скотиной, то и она, и замена ее будет святыней. Если же это какая-нибудь скотина нечистая, какой не приносит жертву Богу, то пусть представит скотину коину. И оценит ее коин, хороша она или плоха, так оценит ее коин, так и будет. Но если тот человек намерен выкупить ее, то пусть прибавит он пятую долю к оценке твоей. А если кто-либо посвящает свой дом святыню Богу, то коин должен оценить его, хорош он или плох. Как оценит его коин, так и будет. Если же посвятивший хочет выкупить свой дом, то пусть прибавит пятую часть серебра к оценке твоей, и будет дом его. А если человек посвятит поле и собственного владения Богу, то оценка твоя должна быть по мере посева его. За посев хомера и ячменя 50 серебряных шекелей. Если от юбилейного года посвятит кто-либо поле свое, то оценишь ты, так и будет. Если же после юбилея посвятит кто-нибудь поле свое, то коин должен рассчитать серебро по мере лет, оставшихся до юбилейного года. И пусть это высчится из оценки твоей. То есть сколько лет осталось до юбилейного года, вот о такой сумме идет речь. За каждый год есть определенная сумма. Если же захочет выкупить поле, посвятивший его, то пусть прибавит он пятую часть серебра к оценке твоей и останется одно за ним. Если же он не выкупит поле, если поле продано другому человеку, оно уже больше не может быть выкуплено. И станет это поле при отходе в юбилейный год святыней Богу, как поле посвященное. Коину достанется оно во владение. То есть, если посвятил вот по оценке поле, то это не просто, как в обычном случае, что продал количество жатвы, и оно вернулось назад, когда наступил 50-й год. Вот в данном случае оно не вернется, останется у коина. Коину достанется оно во владение. А если поле, купленное не из полей его владения, кто-нибудь посвятит Богу, то коин должен рассчитать ему оценку до юбилейного года и должен отдать деньги по этой оценке в тот же день посвящения Богу. В юбилейный же год возвращается поле тому, у кого он купил его, кому принадлежат владения той землей. Всякая же оценка твоя должна быть по шекелю священному. Вес 20 монет гера должен быть в шекеле. То есть, если обычный шекель это 10 огород, то в священном шекеле в два раза больше, 20 огород. Вот так. Сколько это на вес, мудрецы точно не говорят. Одни считают, что 5 шекелей, допустим, серебряных, это 96 грамм серебра. Другие считают, что достаточно 36 грамм серебра. В общем, точно мы не знаем. Первенца же или скота, принадлежащего от поперородцу Богу, никто посвящать не может. Бык то или баран, он принадлежит Богу. То есть первенцы не наши, мы отдаем их коину. Если же это животное из скота нечистого, то следует выкупить его по оценке и добавить ей пятую часть ее. Если же оно не будет выкуплено, то следует продать его по оценке. Всякое же посвященное, что посвящающее к Богу из какой-либо собственной своей, человека или скотину, или из поля своего владения, не продается и не выкупается. Всякое посвященное святая святых, принадлежит оно Богу. Всякий человек, осужденный на смерть, не может быть выкуплен. Смерти будет предан. И всякая десятая часть земли, из семян земли, из плодов дерева принадлежит Богу. Это святыня Бога. Если же кто-нибудь захочет выкупить что-либо из десятины своей, то пусть прибавит к этому его пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, все, что проходит под посохом десятым, следует посвящать Богу. Нельзя разбирать, хорошее оно или плохое, и нельзя заменять его. Если же он заменит его, то оно и замена его будут святыни и не может быть выкуплено. Вот заповеди, которые Бог заповедал Моше для сынов Израиля на горе Синай. На этом глава Бехукотай и вся книга Ваикра заканчивается. Кто хочет что-то рассказать, сказать, спросить, не стесняйтесь, пожалуйста.
Сейчас будем читать Хафицхайм. Так. Так. Хафицхайм, любите делать добро, ежедневные уроки, умение давать, уроки Рава Фишля Шехтера, по книге Хафицхайма, Ават Хесед, перевел на русский язык, Италия Спинады. День 20, 20 Тишри, 20 Нисана, Ават Хесед, раздел 2, глава 6. Дни счастливые. Сегодня постараюсь оценить важность своих, даже самых малых и вроде бы незначительных добрых поступков. Мы не можем представить, чему способны привести наши добрые дела. В них вовлечено так много людей, и один поступок влечет с собой другие действия. Кто знает, какую награду готовит для нас Ашем? Человек может быть только уверен, добро, которое он сделал, несомненно, больше того, что он думает. Хафицхайм показывает это на примере голода, который поразил страну Израиля во время царя Давида. Когда царь обратился за помощью к Творцу, он объяснил страдания людей. Это за то, что Шауль был Гиваним. Шауль убил Гиваним. 2 Шмуэль 2, 21.1. Талмуд Бава Кама 119а отмечает, что нигде не написано, что Шауль истребил этот народ Кнаана, который во время Егошуа бин Нуна притворился чужеземцами и не покинул страну, а нашел убежище среди народа Израиля. Егошуа поручил им быть дровосеками и водоносами, а коэны взялись кормить их. Много лет спустя царь Шауль, поверив клевете на коэнов города Нов, убил их. Это не было связано с Гиваним, но те оказались в результате без поддержки. И в глазах Творца виноват в этом был Шауль. Поэтому еврейский народ поразил голод. Хафец Хаим подчеркивает, как велика ответственность каждого человека за любой поступок. Но важно помнить не только о возможных наказаниях. Тора учит, Тосефта Сота 4.1, награда всегда больше наказания. Любая заповедь, которая влечет наказание, дает и намного превосходящую награду. Глядя на последствия поступка царя Шауля, человек может получить представление о сиянии, которое удостоится тот, кто сделает постоянной заботой благо других людей. Может показаться странным, что награда превышает благодеяние, ведь мир построен на справедливости, мера за меру, но есть еще милосердие, и раз человек делает хесед, счет другой, принцип мера за меру, продолжает работать, но не ограничивается во времени. Подобие этому можно увидеть в пирамидальном бизнесе. Кто привлек другого продавца, получает процент от его продаж. И стоящие во главе пирамиды получают огромные доходы. Но финансовые пирамиды обычно быстро рушатся, а духовная пирамида вечна. И хесед, который сделал человек, и награда его душе растут из поколения в поколение, пока живо человечество. Это написал Рав Гидалия Спинадель, который перевел книгу Хафец Хаима Ават Хесед. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем браха парнаса кавана, что мы этот час не грешили, изучали Тору. Всем всего самого наилучшего. До встречи в четверг, блин, эдер, в час дня. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста.